Слава Богу, полный зачет. 20 августа 2023 год. Закончили мы у Софьи Матвеевны наводить порядки после потопа, который произошел в Уссурийском округе с 11 на 12 августа. Ну, получается, 12 августа вода пришла, 13, 14, 15 уже ушла, да? Вот. Значит, навели мы порядок. Вчера на это ушло 6 часов. Вчера ушло на это 6 часов. Сейчас вот крайняя тачка. Крайняя тачка. Сразу с первых строк хочу поблагодарить команду 10 человек во главе с Екатериной. Это отдел молодежи и спорта при Уссурийском городском округе. Вот. Жанна, Александр, предприниматель. Николай, учитель математики. Эдуард, Антон, Артем, вот не всех парней успел запомнить, получается, ну, всего 10 человек. Вот такой порядок навели, ну, это мы уже сами наводили, а они вынесли тяжелую мебель, получается, вообще в лед. И сегодня ушло у нас 8 часов на наведение порядков, вот, с мытьем полов, вот такая красота. Может быть, это кого-то вдохновит. Поэтому, друзья, не опускайте руки, сила духа, сила воли, нарисуйте себе картинку, как это должно быть. То, что вот здесь было, просто караул, вот люди приехали там, ну, родственники, и сказали, да здесь вообще ничего не сделаешь, там вообще все упало, двери подперты, вся мебель упала, плашмя там, холодильник, все, все плашмя. Ничего, вчера 6 часов работы втроем, в 6 часов, так Софья Матвеевна... Ну, у нас, правда, да, у нас козырная карта в колоде. У нас Софья Матвеевна, 86 лет, образца 1937 года. Поэтому тут Софья Матвеевна у нас молодец. Ну, и мы с Иришкой по 55 лет. Вот такой порядок навели. Столетова 15А, просто красава. Вот, отмыла Ирина Борисовна весь холодильник. Здесь все было... Клубника, прабабушка уже, Софья Матвеевна, наморозила внуку с прадедушкой Александром Николаевичем, здесь живут. Вот, ну, стенку эту выбрасывать, не выбрасывать, отмыли. Отмыли, все отмыли, это стенка еще с СССРовских времен. Вот такой порядок. Что было тут вообще? Кровать всплыла. Вон, до половины окон воды было. Поэтому еще раз, друзья, слова благодарности власти нашей. Действительно, все работает. Городской округ Уссурийский работает, помогает. Нам вчера на Вейса 9 из 5-й армии солдатиков прислали за полтора часа всю гнилую мебель. Ну, всю намокшую. Но скажу, мебель надо выбрасывать, все, что намокло. Очень страшно зацепить вот этот вот плесень для дыхательных путей. Видите, вот вода, уровень воды. Вот такой. Вообще по розетке он. А, вообще, вот, видите, в шифонере, вот шифонер, да, вот, получается, по шею, да, по шею в квартире, ну, по грудь. Вот, и все сделали. Поэтому еще раз благодарю отдел молодежи и спорта при Уссурийском городском округе. Реально волонтеры работают. Вот, соседям тоже там, Дмитрию помогли, вынесли все. Точно такой же дом. Софья Матвеевна. Ну, классные ребята, волонтеры. Очень даже молодцы, настолько молодцы. Так дружно все, как взялись, так быстро. Ну, вы хоть прям воспрянули, да, духом? Мне аж слезы, я плакала от радости. Будем жить, поживать, добра наживать, да? Конечно. Еще все, и огородик скошу я вам, я же профессионально покосом занимаюсь. Ой, да? Господи, скосим. Да. Ну, будем на следующий день тыкву садить? На следующий год тыкву будем садить? Не знаю. Не... А клубнику, внуку будем садить? Вон она. Будем садить? Нет, не будем. Две грядки есть вон. Они залиты. Ну, руки не опустились? Будем еще? Есть, надо дожить. Ну, все, дай бог. Ну, желание жить есть, да? Смотрите, какая молодежь подрастает. Отдел молодежи и спорта какой, да? Да, молодцы. Не дадут пропасть? Даже там есть такие маленькие ребята, но такие быстрые. Ага, это вот это сынишка чей-то был. Вот, ага. Жанна, Александр, Екатерина, руководитель, Николай, учитель математики, насколько успели вместе молодцы поработать. Вот соседям тоже помогли. Вот так воды было.
Ну, вообще, Софья Матвеевна прям вдохновилась. И честно... У меня слезы текли от таких хороших работников. Вообще, ребята молодцы, молодцы, талантливые. Такие дружные ребята. Вот, вот такой дворик вообще. Сейчас вот сегодня дождик передают в 20 часов. Поэтому это... Ирина Борисовна? Да. Ну что, работает отдел молодежи и спорта в Уссурийске? Работает. Классно? Спасибо им большое, помогли. Молодцы. Твои зеленые глазки блестят? Нет, я устала. Ирина Борисовна уже вторую квартиру отмывает. Вот. Дровишки все собрали вообще. Ребята даже смеются. Говорит, у них уже третий туалет они поднимают. Вот, дровишки все собрали. Дровишки все собрали. Вот линолеум, ребята, надо сдергивать, иначе полы сгниют. Это вот совет от полковника настоящего, от Олега Валерьевича. Линолеум однозначно надо сдергивать. Все, дровишки собрали. Внизу там под где отдушина тоже проделали проход. Все, тут душ сайдингом Александр Николаевич обделал. Хорошо, вот туалет упал и не зацепил теплицу волшебным образом. Все, ребята подняли туалет талантливо вообще. Вообще, я говорю, Александр, вам надо в правительство. Голова светлая просто, руководитель от Бога просто, Александр. Вообще молодец. Есть вот много талантливых, добрых людей. И мне захотелось добро делать, понимаете? Вот когда получаешь добро, это очень заразно. Начинаешь сам, хочется делать добро. Вот огород, конечно, утонул. Вон, смотрите, видите, выше человеческого роста. Это вот оттуда уровень дров, да? Оно туда бы никак бы не попало. Это оно приплыло. Это вот, представляете, уровень воды был. Уровень воды был. Получается, если так провести диагональ, ну вот посередину окна, вон того, да, посередину окна. Ну все, друзья. Ну и чем я смогу пригожусь? Вся моя деятельность, 2000 видео, там физический труд, там и с моря что-то ловим, и с речки, и с леса, и с тайги. Короче, и покос больших территорий, и сетевой маркетинг, и здоровье. Бады для компетентного иммунитета 4live.dv.ru, 4live.com, lambre.ru, парфюмерия, косметика с Франции, касса взаимопомощи Бифри и физический труд. Поэтому чем смогу, тоже пригожусь. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Плюс 7-914-974-45-45. Голос сам. Вот, ну пока сам реально вот могу покосить вам территорию, вот и тещи тоже покосим, чтобы дышала земля. Но сейчас нам еще убрать вот эти все вещи, в 20 часов ноль, в 20 часов дождь, до 5 утра. Надо, конечно, смотреть погоду, планировать и достигать. Помогай всем Бог!